Терапевтический курс «Ресурсный я». Уже многим из вас я провела бесплатную диагностику по системе УСИН. И многие из вас еще думают, стоит ли, да, прийти и пройти терапевтический курс «Ресурсный я». Я говорю, обязательно стоит. Дело в том, что у большинства есть дисбаланс той или иной стихии. Значит, есть проблемы с той или иной системой организма. Мочеполовая, или ЖКТ, или иммунная, или сердечно-сосудистая, или бронхолегочная. Не нужно ждать рецидива, когда вам действительно станет плохо, вы будете лежать в постели, пить таблетки. Нужно провести профилактику. И вот как раз-таки курс «Терапевтический я» – это профилактика, которую вы можете провести уже сегодня, но сохранить свое здоровье на долгие годы.